как деревня Сенажать. Охуенно. Как слет системных администраторов. Да ничего, хорошо. Ну, почерпнул знаний компьютерных. Ужас, ёптать. Мне сказали, ты выпил все, что только можно. Ну, все, что давали, все выпил, ёпта. И пешком походить удалось, ёпта. Три дня ты там клубился, вился. Ну, в понедельник пришли только, ёпта. Нихуя себе, ёпта. Пешком, блядь. Пешком, блядь, ёпта. Как Форрест Гамп, ёпта. Я думал, у меня борода вырастет, нахуй, ебать, вообще. Ну. А еще говорят, ты пьяный когда был, блин, по реке пытался до орла сплавляться, тебя выловили да там. Да пиздец, ёпта. Вообще нахуй. Куда ты плыть собирался? Не знаю, блядь. Комары, блядь, покусали. Руку, блядь, обжег, ёпта. А врач тебе зачем укол делал? А он дурак, ёпта. Он думал, что я подохну нахуй сейчас, ёпта. А я хуй подохну. Меня хуй возьмешь, ёпта. Похмелился. Он мне, блядь, и давление мерил, блядь, нахуй, ёпта. А ты как? Ты себя очень плохо чувствуешь? Я говорю, нет, мне хорошо. Говорю, отъебись от меня. Слышь, олень, блядь. А у меня, блядь, и давление, и насильно, блядь, это все делает. Укол как пиздячил, блядь, а, гад, а? Эсэсовец, блядь, какой-то. Слушай, шарлатан, а зачем ты людям говорил, что ты вокалист группы? Потому что я придурок, ёпта. Я все, замолчи, блин, не хочу я больше об этом. А почему люди, некоторые люди? Потому что они пизду их. Они вообще думали, что ты Вита Рэмбоза. Ёпта, твой мой. Ты вообще, блин, двойной шарлатан. Я придурок, ёпта, вот, что я могу сказать. Давай водки на. Бля, какой же я дебил. Опа, майкоповская. На, держи, закуска твоя. Закуска твоя, блядь. Виноград. Виноград, блядь. Не, ну ты сразу бери все. Весь? Да, да, конечно. Конечно, а хули я буду сиськи мять, ё. Ух, ну ладно. За все хорошее. Я залпом прям шуршу. Конечно, похмеляться надо. Закусывай, чтоб весь виноград съел. Ой, после хорошего рабочего дня почему вы нет? Да, давай мне эту коробочку. Ты опять сегодня каких-то блох травил? Да, ливных. Отлично. Ливны теперь могут спать спокойно, клопы их не зажрут. Завтра Курск, ёптать. Ты знаешь, что Вита Рэмбоза и Витю Агыгу разместили в этом Макс 100-500, короче, снова. Видел я, бля, сегодня ночью, ёптать. Когда пузырьки, это вкусно, надо, да? Да, по видел, сути видел, вкусно. По сути вкусно. А он еще, блядь, белый покрасился этот, ебаный, блядь, 100-500 этот. Да, Макс белый цвет покрасился. Охуеть, блядь. Ты видишь, блядь, люди по популярности семимильными шагами, ну, идут, блядь. Ну ты тоже от них не отстоим. Дурак дураком, ебаный. Не охренее. Вот этот человек съездил, сразу видно, на след системных администраторов. Ага. Разобрался во всех компьютерах, почерпнул знаний там различных. А этот, блядь, ёптать, который самый главный, там хуй, блядь, в красной футболке-то, ёптать, подходил, блядь, ёптать, ну, который чё? Самогон какой-то принёс. Она, говорит, лёгкая, ёптать. Да, лёгкая. Лёгкая. Что-то у меня глаза сразу перевернулись от неё, от этой лёгкой. Мне кажется, что всё это ДСА там под этой лёгкой, блядь, лазило, блядь. Я иду, короче, на берегу проснулся, блядь. Хуяк, иду, думаю, домой. Мне это Айболит говорит. Пиздяч туда-туда, блядь, попадешь нахуй. Это как деревня, блядь, потом попадаешь в Хардиково, нахуй, и через Хардиково, короче, через кладбище попадаешь на Микрон. Иду. Навстречу Кеша стоять. Я говорю, что ты, друг? Я тут один остался, говорит, ёп. Я говорю, что тебе надо? У меня хоть самогонки еще дохуя, ёп. Давай жрать. Да без палец, давай, говорит, да. Пизданем. Я говорю, да мне сказали, она легкая, ёпта. Он мне стакан налил, блин. Я, ну, из-под термоса вот эту хуетень, ага, ёпта. Ну. Я ее въебал, ёпта. И сразу я почувствовал, какая она легкая, ёпта. Легкость ощутил, да? Сразу мне захотелось спать, ёпта. Понятно, да. Еврею звоню, блин, ну, своему этому начальнику. Говорю, я на работу не приду в понедельник, нахуй. Что с тобой? Я говорю, я простудился, говорю, ёпта. Аж руку опалил. Болезнь у меня, нахуй. Покажи руку, где ты обжёг. Блядь, это пиздец. Явно в мангал какой-то вписался. Это, знаешь, что это такое, ёпта? Ну. Я помню, короче, такую тему, блядь.
Я сидел вот так вот, нахуй. Ну. И какая-то тварь, блядь, баба. Толкнула тебя. Нет. Она сидела, и она, блин, достает шашлыки, понял? Ага. И два шампура мне раз положила на руку. На руку и сидит такая, довольно. А я такой думаю, что ж, блядь, нахуй воняет, нахуй, ёп. И воняет, блядь, пиздец, горю какой-то, ёп. А это ты уже палишься. Она уже, ёлай, ты сволочь. А я думал, она руку положила, понял? Ну, нихуя. Она вроде девка красивая была, блядь. Шампура тебе приложила. Приложила, еще охуенно приложила. Только руку твою не съели, блин. Короче, отличился ты опять, как всегда. Теперь я понимаю, почему у тебя такие дикие истории, блин. Да я дурак дураком, я всегда идиот, ёпта. Не, ну выступили мы нормально, блин. Да вообще нормально, я сегодня посмотрел ночью, ёпта. Понятно, но только ты, правда, там на первой песне завалился прям сразу. Я еще не выложил. Да хуйня это все, ёпта. Прям на первой. Адовый мужик есть, адовый мужик, ёпта. Ты видал там оголтелые, как выскочили какие-то деды в пробковых шлемах. Орали, дай бог вам здоровья. А вот эти хуеплеты какие были, ёпта, вот. Когда я танцевал, блядь, ёптать, он там, блядь, и на гармошке играл, блядь, и что он только не делал, ёптать. Ну, это да, уже потом, ёптать. Это потом, уже ночью было. Там московская группа, там, хоть кого или что-то. Ну, прикольные, прикольные такие пацаны. Они что-то очень долго играли, всех замучили, блядь. Типа того. Ну, а что там, Жуков траванул сегодня, нормально? Сегодня, нихуя себе, ёптать, я все ливны отравил, ёптать. На работе почет и уважуха. Конечно. Никто же еще не знает, что ты там так чудил. Я им еще, ага, рассказывать им буду. Вообще, блин.